вторая, но и третья, и даже четвертая молодость. В Доме культуры Победы состоялся отчет коллективов Самарского дворца ветеранов «Высокие минуты вдохновения», посвященные 20-летию учреждения. Сегодня на сцене будут представлять свое творчество несколько ветеранских коллективов. Людей, которые занимаются хореографией, вокалом, декоративно-прикладным творчеством, мультипликацией, занимаются в телестудии «Моей истории», декламируют стихи. То есть, по сути, сегодня на сцене будут представлены примеры активного долголетия. Средний возраст участников – 70 лет. Но это не помешало 20 вокально-инструментальным и танцевальным коллективам подготовить 18 ярких концертных номеров. Когда исполнилось 55 лет, я пришла во дворец ветеранов, зная о том, что здесь есть коллектив. В творческом коллективе я участвую уже больше 10 лет. Номер, который мы сегодня танцуем, мы танцуем его сегодня первый раз, к юбилею, называется «Кадриль радость». Самое главное, сотрудники Самарского дома ветеранов призывают людей серебряного возраста не замыкаться. А если взяла грусть или хандра, то кружки, объединения по интересам, клубы и группы здоровья открыты для всех желающих. Ольга Хамракулова, Григорий Плешаков. События.